привет! Баба Вера, как всегда, с вами. Сегодня предлагаю вот посмотреть, пародия вышла в Четкого Паци, новая. Я всю дорогу жду, мне очень нравятся его пародии. И вот только вышла вчера, надо сегодня посмотреть. Вы же понимаете, я уже втянулась по полной программе. Уже слежу за этим всем. Так что давайте посмотрим. Один год назад. На парке, як на своей кровати, и хай може я туплю, но в бурсу точно поступлю. В бурсу точно поступит. Четкий Паци. Подпишись на канал, ну, пожалуйста. Надо и себе так, подпишись на канал, ну, будь ласка. Фу. Пух. Ну. Пух. Сух. Тьфу. Тьфу. Друг. Ух. Тюх-бух, тру-тю-тюх. Так, ты, не ты. Чё ся, в бурсе? Ну, это, блин, шо? Ну, вы в курсе? Ставы вышел. Це не я, це інший. Ого, що ти? А ти що? Ти маєш знати теж. Не ПТУ, а коледж. Рай. Це, блина, вообще, лучше место тупо. На парті спав один, ну а тепер ми спим всі групай. У профтяг нах училище є преимущество купа. Викупа. Ти уже не школьник, ти практически студент. За мелом не пошли, бо мел забрал последний мент. Навчать, як шпаклювати, як замешивать цемент. В шараги наші вчиться лиш отборний контингент. Ходить на наші пари, це сплошная насолода. А хоч не ходи, тут повна свобода. У нас своя культура і своя в нас тут мода. Випускає бурса много спеціалістів для народа. Куча в нас розваг, ми не знаємо слова страх. Але вся країна держиться на наших бля болтах. Трах, бах, бах, світ стоїть на трьох кітах. Сучка гризь і скрайоп, і говна ляп. Ходить на наші пари, це сплошная насолода. А хоч не ходи, тут повна свобода. У нас своя культура і своя в нас тут мода. Випускає бурса много спеціалістів для народа. Куча в нас розваг, ми не знаємо слова страх. Але вся країна держиться на наших бля болтах. Трах, бах, бах, стоїть на трьох кітах. Сучка гризь і скрайоп, і говна ляп. Так, слухаю. Какая проверка? Да ну нахер! Сейчас организуем. Та распуть, ласка, заходьте ви до нас. Кстати, косметический ремонт зробили ми якраз. Штиняє, тобто пахне мором, а не кожен клас. Не бурса, тобто училище, а цілий гетьманський палац. На усіх парах, усіх даунасах шлах. В усій Європі не найти таких троях. Нема! Інтелігенція навчається. Ну нах! На всі смаки обрати можна собі фах. Соус? Ось мій кабінет. Як можу на собі економлю много літ. А? На дітей йди бюджет. А ще відкрив нову спеціальність і тепер нас є балет. Понравился. Значить, дорогенькі мої, з сьогоднішнього дня наше училище набуло статус університету. Пацки, прикиньте, наш бурситет тепер університет.
И менять не надо. Я бы на вашем месте на канал Алло бежал, потому что там разыгрывается новенький, эксклюзивный Samsung S10. Точно такие, как наш директор, оце проверяющий подарил. Точно такие самые, да. Нажимаешь сюда и выиграешь, и все. Так, вообще-то мне треба это бежать, потому что мы там пацаны ждут. Все. Немножко, правда, опоздали они с этим. Это, надо было немножко раньше, он бы... Ну и так, зашло лицей, бурситет, университет. Переименовывает, а суть остается та же. Была бурса и в Африке бурса, как ни назови. Ну, прикольненько. Короче, клево получилось. Мне, правда, вот перед этим смотрела там каска плакала, потом еще что там, детство, еще что-то, мокрые кроссы, короче, смотрела, вот, больше понравились. Ну, это зачетно, классно получилось, особенно балет, что я могу сказать. Ну, молодцы. А теперь что ждем? Попа как у Ким? Ну, ребята, побыстрее, а то тоже ажиотаж сойдет. А сейчас бы зашло классно. Сразу фанатов, вот сколько их смотрит, фанаты у него, у них активные, очень даже. Ребята молодцы, смотрят так активно. Ну, каждому свое. Ну, мне зашло. Университет мне этот, бурситет, неправильно, бурситет очень понравился. Так что, пока-пока, до новых встреч. Okay.